Ну, сегодня песни в основном, естественно, да, посвящены такой тематике. Военно-солдатская, офицерская. С наступающим не поздравляют. С прошедшим праздником 23 февраля прошлого года. Радостно, что вы с того праздника пришли к нам на этот концерт. Да? Вот, ну, у меня есть песня на военную тему, написанная еще в период студенчества, когда я ходил в походы снежного десанта. Но сегодня вот мы с Евгением Николаевичем Быковым выбрали 4 песни, которые как раз, наверное, по этой тематике и наиболее близки. Перелеском лесом, побыли по полю, старую дорогу лупят сапоги. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны серые полки. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны серые полки. Судьба сулила дальнюю дорогу, хлопоты пиковые, новый интерес. Их судьба крестила на чужих порогах, дождичком свинцовым спину под обрез. Их судьба крестила на чужих порогах, дождичком свинцовым спину под обрез. Дырном мундире в ранах барабаны, но хотят напиться ржавые штыки. Отче наш за Бога, далека дорога, тяжелы приклады, головы легки. Отче наш за Бога, далека дорога, тяжелы приклады, головы легки. Перелеском лесом побыли по полю, старую дорогу лупят сапоги. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны серые полки. За попутным ветром, за далекой долей, гонят барабаны. Следующая песня была написана в незапамятные какие-то 70-е годы. Я помню, эта песня, такой толчок для меня был наш знаменитый исполнитель казанский Владимир Муравьев. Съездил с этой песней в Чебоксары на фестиваль, это вот где-то 75-й год, я еще учился в университете, и привез оттуда, значит, приз вот за эту песню, ему дали приз. Как сейчас помню, такая соломенная кукла-то такая была. И он принес мне, вручил, сказал, вот, с первым тебя призом. Если письмо. Который день, погода хмурится, а старшина опять волнуется, мол, снова лежа спать нельзя. А мы в забытой Богом Пруссии сидим 2 месяца подряд, и по ночам про Белоруссию поет мальчишечка-комбат. Звезды красные, зеленые, то снизу вверх, то сверху вниз. Здесь все становятся влюбленными в одну и ту же даму жизни. И мы в забытой Богом Пруссии ее ловили
палець. І сиплет каплями дождя, а старшина все чертыхається. Мол, снова лежа спать нельзя, а мы в забытой Богом Бруси живем два месяца подряд. И по ночам про степи русские поет другой же комбат. Колокольный
что кому назначено, чей теперь черед? Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко, да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко, да геройский взвод. Прошло 30 лет, и появилась песня, которая, мне кажется, отвечает на вопросы Колоколенки. Что кому назначено и чей теперь черед? Называется «Последний раз». А что одеты мы не по погоде, Раскатятся небесные куранты, в июле упадет на
спасибо. Лидия Чебоксарова.